Не холодно, девчонка? Стоят, это котлы на твердотопке. Это газовая горелка для маленьких. Для банных печек. Банец. Хорошо. Если бы этот обложить сланцем. Я понимаю. Это как бы долговечно. Но, блин, цена. Вообще, да, супер. А греет что? Термостат установлен на месте. Он же живет, наверное, не мере. Полтора киловатта все. А тут есть эта информация? Да, конечно. Правильно, да? Отлично, все, спасибо. Идем. А где еще? Верочка там будет уже. Дачки интересуют. Дачки? Дачки. Из какого же дня? Из России. Из Кавказа. И как из?
тоже пора, поэтому все собираем. Вот это тоже хороший материал. Для бани там прям очень очень дизайнерски хорошо. Вот где? Ага. Я взял каталог. Большой. Ух ты. Ну это красиво. Личным просто интересно. Ну, сайт есть. А, Теплофом, да? Да. Ага, спасибо. Все, поехали. Так, вот это экструдированный пенополистирол, насколько я понимаю. Обвернутый в две, с двух сторон пластик какой-то. Очень интересно. Такого ни разу не видел. О, замазки какие-то интересные. Твердые. Да, они... Тут как это ходить? Да. Мясо.